Всем привет, ребят! Настало время Коли, настало время бездонатных вольтов. Сегодня мы на аккаунте, одном из аккаунтов моей подписчицы Александры, которая мне их предоставила на роллинг. 120 тысяч самоцветов, и, ребят, это накопленные самоцветы. Это бездонатный аккаунт, как видите, то есть доната нет. Что очень удивительно, скажем так. Находится в гильдии Мамоны, вот так вот. Пропуск БГКик, атака фортов 12.00, боссы 15.00, 15.30. Чат это, скорее всего, WhatsApp, я не знаю. В общем, кто захочет найти, то найдет. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. Ну, а мы побежали смотреть бездонатный аккаунт, который копил эти все самики. Так, давайте сначала отсюда зайдем, посмотрим, что нам надо. Так. Заклинательницы не вижу. Фреи нет, Седны нет, Повелителя Бури, Ворожея. Но в основном Ворожей нужен, потому что сложно очень без Ворожея. Махатма, Атланта нет. Да ладно, не верю. В принципе, Атланта ж вроде. Можно и так купить. Ладно, странно. Так, окей, с этим мы разобрались. В общем, такой вот у нас коллекционер. У себя уже показывал. 77к, где-то около 80к надо на 20 слизней. Это опять же увеличение в полтора раза по сравнению с предыдущим. Ну, тут 20 уже, соответственно, слизней, но все равно до хрена. Но зато будет вольт на бездонатном аккаунте. Так, поехали посмотрим алтарь. Огонь просто. Жесть. Вот это у людей, конечно, терпение без доната. Смотрите, Анубис, Стрелок. Купидон, конечно, еще. Расти, ну, блин, отличный аккаунт. Биги есть, Асурик. Вообще супер. Хороший аккаунт. Как для без доната очень прилично. Ну, вообще супер. Вот это правильно. Первый скилл 8-8 ожог. Такс. Почему-то не пооткрывали. Ждали меня. Вдруг я открою пятые таланты сразу же. Все-таки я открыл пятые. Правда, конечно, это фигня. Гнев. И на том, на ком не надо, но... Это была судьба. Так, ну, в общем, все понятно. Сила не раскачанная, герои только нужные. Нужен Ворожей и Фрея. Надеюсь, мы сейчас их выбьем. По-другому не бывает. Так, окей. Поехали. Бесплатно. Оборотень. Ну, я надеюсь, будет сыпать, как мне. Варлок. Так, кто-то уже. Медуза. Надо девайсы поубирать. Так, поехали. Атлантикор. Ну, поздравляю с Атлантом недостающим. В принципе, его можно было и за кэшки купить. Ну вот, посмотрите, что делается. 8к и ни одного слизня. Ни одного. Я в шоке. Да ну нафиг. Вы что, издеваетесь, одержимый? Суккуб. Это просто жесть. Какая сложная. Они что, вообще их убрали, что ли? Что за бред? Вау, первый. Второй. Третий за 20к. Четвертый, вот оно пошло. Героев вообще нет. Тыква. Жесть полная. 20к на 4. Офигеть. Ладно, поехали в рейд. Поменяем тактику. Но это просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. Если сравнивать то, что у меня падало. И здесь это, конечно, жизнь, боль. Так, ну, надеюсь, у нас получится.
просто жесть. После такого даже не хочется людям просто ролить под коллекционера. Так, бульдозер, Дракула. Ну что это? Что это за дроп? Сердцеедка. А где имба героя? Где Фрея? Ниндзя, рыцарь тьмы, офигеть. Хватает же у людей терпения. Так, до 80 опять идем в рейд. Ну это просто жесть. Мега имба паладин, Ронин. Ну это конечно все прикольненько. Одни магазинки падают. Типа на донатных нормальные герои сыпят, на бездонатных нифига не падает. Просто жесть. Есть, ну хоть седна, поздравляю, хоть один герой недостающий, но это просто, ребята, это просто жесть, 45к улетело, и за 45к один недостающий и 11 слизней, офигеть. Печально. Но ворожай, при... Та зачем мне Атлант? Ворожай отдай. Может не надо так быстро ролить. Но Асура есть. Просто жесть. Половину и нифига. Одна... Одна фигня падает. Сноу, мегагерой, бог грома. Да вы издеваетесь просто. Да, печально, печально. Поехали дальше. О, еще одна седна, офигеть. Так. Влад Дракула. Ну, рандомчик. Одержимый. Кенди. Душегуб, смерть, рыцарь. Так, ну что, мы собрали или не собрали? 18. Офигеть. Валька даже не упала. Это просто жесть, ребят. Капитан Дрейк, фараон. О, наконец-то. Итого за 80к. Вот вам результат. Не, за 70. За 70к мы собрали. Это просто жесть. 70к это, по-моему, стабильность. Есть! Ну, я думаю, блин.
Ты будешь рада этому, это просто жесть. Поздравляю с Варжеем. Ну, у нас осталось выбить только Фрей. Варжей есть, Седна есть. Поздравляю, поехали дальше. Уже легче. Хранитель рыцарь. Леди Лео. Так, ну мы будем ролить уже до последнего, потому что надо уже просто посмотреть на этот рандомчик. Бог Рома. Фрея, приди. Ты здесь нужна. Так, Ара, это, конечно, хорошо, но нам нужна Фрея. Кенди. Вот начали студеные лететь. Так, поехали дальше. Ну, блин. Снова Атлантикор. Это жесть какая-то. Паладин. Смотрите, как начали студеные падать дальше. Что они сразу так не падали? Это просто жесть. Что делается дальше? Мегатроллинг от рандомчика. Варлок. Валька есть. Ну, поздравляю тебя. Не знаю, там есть скин, нету скина. Но, в принципе, собрали полностью все. Осталось только Фрейку выбить нам за 93 тысячи. Анубис, офигеть, вот это офигенно. Конечно, офигенно на таких аккаунтах выбивать этих героев. Блин, Фрея нужна. Кенди. Укротитель. Череп. А, фея, ну чё не Фрея? Еще одна Седна, ребят, третья Седна. Ну хоть КГшки сэкономим. Варлок. Ведьма. Королева Гарпий. Ну вот сейчас хоть что-то начало падать. Кенди. Афина, вот это уже... Вот это уже начался роллинг. Какие-то герои. Смотрите, студеные падают. Друид. Фрэнки. Отлично. Так, 5К. Фараон ведьма. Ну, вот так вот. Ледяной у нас упал последним. Также у нас есть сегодня акция вот на траты. Мы, в принципе, потратили под все, под ноль. Ну, видите, Райка к нам не пришла. Так, коробочка есть. Поехали посмотрим, что есть на складе. Заберем сейчас плюшки. Ну, огонь просто, ребят. Собрали, конечно, мы полностью все. Это жестко, конечно. 120 тысяч на это ушло. Ну, выбили самое главное. Человек хотел ворожея. Выбили три седны. Там Анубиса выбили. Ну, и Вольта собрали. Просто отлично. Грубая сила. Да. Ну, 120 тысяч. Спасибо за такой аккаунт. Конечно, на бездонатах интересно ролить. Потому что тут надо много героев. Так. Скин на Вальку. А нам почты не хватает. Вот так вот. Дожились, ребята. Так. Ну, можно, думаю, это тоже открыть. Значки почета не пропадут. Самики оставим. Так, сейчас надо. Круто.
Реально круто. Самое главное, ворожея выбили. Больше ничего не нужен был, даже столько тут воль, сколько ворожея. Ну, конечно, Фрей жалко, не выбили, но выбили Седну. Ну, как-то вот так вот. Не знаю. Честно говоря, меня не особо радует то, что они увеличивают каждый раз количество героев. Точнее, количество слизней и самиков, которые нужны на получение. Это печально. Такс. Такс. Забираем все. Ну, блин, круто. Поздравляю. Собрали все. Самое главное, ворожей. Надо был ворожей, мы его достали. Поехали, пооткрываем плюшки. Откроем ворожея. Ну, герои, конечно, огонь. На бездонате вольт. Ворожей. Седна. Так. Карты вторые. Блин, тут, конечно, фрей нет. Но может с третьей упасть. Давайте попробуем. Заклинательница. Ну, ее тоже, по-моему, здесь нет. Отлично. Еще один недостающий герой. Четыре героя. Такое себе. Железная воля, пятый сет. И исцеление, пятый сет. Поздравляю. Я считаю, это более чем достойно. Так. Коллекционера мы забрали всего. Отлично. Так. Что-то мы не забрали. А, скин на Вальку не влез. Ну, скин на Вальку, думаю, здесь есть. Да, есть. Ну, можно еще улучшить. Захотят, не буду кгшки тратить. 554 тысячи кгшек не будут. Так, окей. Такс. Замедление каменка. Так. Так, Седна у нас живо. И тут живо. Ну, давайте попробуем. Так, бесплатно сменили. Бег. Ладно, пусть будет с бегом. Так, не буду карты тратить, аккаунт бездонатный, захотят сами паролят. Самое главное, что мы его достали, и она уже сможет его прокачать. Ну, поздравляю, за 80... За 70 тысяч вольт достали тебе ворожея. В общем, достали все, скажем так, плюшки, но ушло на это свыше 100 косамов. То есть, как видите, с каждым коллекционером у нас улучшают награды, ну, соответственно, улучшают, повышают уровень требуемых самиков. Ну, поздравляю, первый аккаунт, я считаю, более-менее чем отлично. Анубисы, три седны, конечно, фрея жалко не выбили, ворожей, вольт, ну, в общем, все по максимуму. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Всем удачи, всем пока.